Всем здравствуйте! Надеюсь, вы здоровы. Сегодня мы посмотрим, как мы построим блок в AutoCAD и покажу вам его полезность в работе. Например, я хочу рисовать дверь. Когда вы рисуете, всегда обратите внимание на это окно и выберите каждый раз, что вам нужно. Вы видите, эта дверь имеет несколько отрезок. Здесь у нас есть 10 отрезков. Мы построим блок, чтобы эта дверь быть как один элемент. Мы выбираем ее имя и свои базовые точки. И, конечно, мы указываем объекты. Сейчас наш дверь появляется как один элемент. Но почему мы построим блока? Например, если у вас есть несколько дверей и когда вы рисовали их, вы ошибались, тогда вы нажимаете в один из них, нажимаете на редактор блоков и редактируете, что вы хотите. Вот сейчас все двери редактировались в то же время. Смотрите еще другой пример. Второй важность блока, что он будет сохранить. Даже если вы удалили его, вы сможете использовать его в любое время. Друзья, вам спасибо за ваше внимание. До свидания.